пока еду по делам, почитала гороскоп Козерога на сегодня. Там написано, что нам нужно думать о себе и не поддаваться на провокации, потому что с нами хотят почему-то вступать в конфликт. А вы верите в гороскоп? Волоста Бьюти тоже весна, посмотрите, как классно. А я приехала на свою любимую процедуру Hydrafresh. Вот такой аппарат. Очень много про него вам рассказывала. Заходите в аккаунт, смотрите, как это называется. Это у нас очищение, увлажнение. Увлажнение, уход. То есть я вот сейчас буду красивая, да? Ну что, мои хорошие, понаслаждалась я солнышком, солнечной погодой. Все. Вот мое солнце, мое небо. Все, бегу в студию, бегу работать. Хочу показать вам личико после процедуры. Щечки розовенькие, увлажненные. Единственное, у меня, конечно, вот видите, пятнышки. Пигментно остается, но сейчас тоже буду. Девочки, кто из вас умеет играть в нарды и живет в Москве? Напишите, пожалуйста, вот сюда в директ. Нарды, Москва, девочки. Три условия. Директ. С одной съемки мчу на другую. Девочки, не забывайте про тренды, заколочки. Это очень модно. А еще мне в последнее время очень нравится розовый цвет. Прямо сейчас. Берись. Девочки, вы не поверите, я сейчас на ужине с мужчиной мечты, но не моей. Следите за моим инстаграмом и за моим каналом. Скоро вас ждет кое-что интересное. Кстати, заодно можете подписываться на мой канал. С вами привет, ваша Оля. Ну, наконец-то, я иду. Собаки-телеваки. Слушайте, мои хорошие. Сейчас буду мерить температуру. Не хотела этого делать 2 дня, но есть такое ощущение, что немножко, знаете, першит в горле. Есть такое ощущение, что я плохо себя чувствую. И тихо. Есть такое ощущение, что я плохо себя чувствую. Надеюсь, что мне просто кажется, я просто очень устала. Чего? Мои любимые.